Всем привет! В эфире «Заметка Черкесии». Сегодня еще один обзор у нас музеев. Сегодня поговорим об Анапском музее под названием Гаргипи. Ну, собственно, Гаргипи – музей под открытым небом античного города, находившегося на территории Анапы. Ну, чтобы понимать, что такое Гаргипи, Гаргипи – это античный город, основанный греками боспорскими, значит, в 4 веке до нашей эры на территории старого Синского городка. И, значит, это был довольно крупный город, почти 40 квадратных метров он занимал площадью. На сегодняшний день, естественно, не вся его часть открыта, потому что пришлось бы половину центра исторического Анапы снести, чтобы все его открыть. Вот он на побережье моря находился и вдоль всего центрального центра Анапы. А если брать более историческое время турецкой крепости, то от ворот турецкой крепости, считай, весь центр находился. Основал его Гаргипи, брат боспорского царя Левкона I. И этот город просуществовал до 3 века нашей эры, то есть почти 700 лет. Стал очень крупным торговым полисом, через которого проходили все товары из глубины, из глубинки вот этой азиатской. Обнесен он был крупными крепостными стенами, имел огромный порт. Чем примечателен, что этот город тем, что вот его нашли уже после того, как она стала русской, то еще в 19 веке начали раскапывать, сделали музей под открытым небом. То есть, каким образом он расположен? Как это НАИС, это несколько кварталов города, раскопанные, расчищенные и представленные на обзор посередине. Справа от этого раскопа находится ряд памятников, то есть изваяний, какие-то колонны, какие-то над входом в храмы висевшие вот эти вот барельефы, надгробные памятники. Очень много именно античного греческого вот этого искусства представлено в вот этих крупных блоках памятников, которые разбросаны там по этой территории. Ну и сам музей, внутри музея расположилась именно, ну, как вещественная часть вот этих раскопок, небольшие фигурки, посуда, мебель, там, оружие, предметы быта, причем предметы роскоши. Очень так увлекательно, особенно чернолаковая керамика, которая там представлена, и какие-то простые копии, которые можно приобрести в лавочке тут же снаружи музея. Музей сам по себе не очень дорогой, но достаточно такой насыщенный интересными так, событиями, некоторыми перекрестными ссылками, которые дают понять, как вообще, как чувствовали себя греки на побережье, да, как они сообщались с предками, точнее, черкесов даже на тот момент. И до, там, вот, по всему побережью, до какой зоны они проходили, потому что некоторые находки они встречаются вот и до территории Сочи. В общем, будете в этих местах, очень рекомендую зайти. Находится музей на набережной, слева парк Победы, там же памятник, вот эти ворота анапские, вот эти русские ворота, так называемые, о которых я когда-то делал посты, и которые присутствовали в одном из первых моих выпусков о разных событиях, фактах, которые являются собой ворота турецкой крепости, которая стояла как раз-таки на территории Анапы в 18-19 веках. Ну, в общем, ее несложно найти, если прогулиться по набережной, вы обязательно увидите, потому что довольно обширный вход у этого музея. Ну, на этом все. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на канал. Всем пока!